Всем привет, ребят, с вами Анирель. Сегодня 1 февраля, а следовательно мы подводим итоги месяца января на моем аккаунте. Месяц, конечно же, прошел под знаком Розенцель. Я думаю, не только у меня. За весь январь я опять бессовестно пропустила баннер с брендой. У меня все еще ее нет. Я вытащила две копии Розенцель одного Клотера и была безудержно счастлива по этому поводу. Моя Розенцель уже очень близко к 5 звездам. Ей осталось где-то 10 дней и будет уже целых 5 звезд. Останавливаться на этом я не планирую. Собираюсь догнать ее до 6. Как вы видели, в этот четверг я вытащила Ренату за бешеные деньги. Уже 10 раз пожалела об этом, но тем не менее коллекция у меня пополнилась. Так что теперь из основной закладки у меня не хватает 1, 2, 3, 4, 5. Ну, допустим, 5, потому что она не считается, она бесплатная. 6 персонажей. Ну, не так на самом деле и позорно. Я думала, будет хуже. Всем, кому не повезло с Розенцель, я вам безудержно сочувствую, потому что я понимаю, насколько это могло быть больно. Если вы смотрели мое видео в четверг, вы знаете, что я тянула из этого баннера в попытках достать себе рапиру для Зериды. И вот буквально сегодня утром, первое, что я сделала, когда зашла в игру, потянула еще десяточку и получила, наконец, рапиру. Попутно получив, кстати, за все это время аж целых 3 аксессуара, которые я без понятия, кому отдать. Я не знаю, кому сейчас нужен аксессуар от Хил Реверсала. Эти, кстати, последние 10 тягов закончили для меня ивент на скин-ваучеры. Так что я с чистым сердцем их забираю и перехожу снова в режим глубокой экономии. Моя проблема с рапирой еще состоит в том, что мне ее пока нечем энчантить. И, кстати говоря, об этом, смотрите. Теперь мы знаем, сколько дней моему аккаунту. Моему аккаунту 739 дней. На 999 день нам будет полагаться один ССР-герой по нашему выбору из Лангриссера 1-5. Бренда? Или все-таки не бренда? Я еще не определилась. Но пока что за 736, по-моему, дней мне дали специальную сумочку, в которой я могу выбрать одно оружие, абсолютно любое. Но тут специально написано до празднования второго дня рождения Лангриссера, то есть как раз вот эту вот рапиру из него вытащить невозможно, к сожалению. Я пока не знаю, что я хочу. Посох, скипетр или рипер, потому что мне нужен второй рипер для моего Ареса. И мне, в принципе, пригодится такой посох, у меня еще до сих пор нет ни одного. Данный момент, кстати, я не пользуюсь Рэйчел, возможно, потому что у меня как раз не было этого посоха, но это не точно. А вот Ариан Род и Аресом я пользуюсь. Главная же сейчас проблема состоит в том, что у меня не так много свитков, чтобы чарить и рапиру, и вот это вот новое оружие, поэтому я пока сумку не открыла, жду моря погоды. По поводу новых персонажей. В этом месяце, в прошлом, в январе, я умудрилась замаксить достаточно много новых героев, чем безудержно горжусь. У меня теперь 6-звездочный Рин, Бумерландиус, и внезапно я, наконец, отдала достаточное количество шардов Ледину, а то он у меня сидел со 100 из 150 последние полгода уж точно. А, и еще я домаксила, наконец, Виллера. Безудержно радуюсь тому, что у него теперь радиус плюс 2, и пользуюсь этим в наглую. Он такая имба, просто жесть. Бумерландиус у меня тоже 6. Розенцель, как я сказала, 10 дней до 5 звезд. Я прямо сейчас качаю ее. Сигму, потому что у нас скоро уже будет СП Сигма. Это везде анонсируют, везде трубят. Он у меня пока движется только к 5 звездам, к сожалению. И в честь 18 гофов я сейчас отдаю 4 Бернхарту, потому что у него будет шикарный трехочковый скилл, и вообще он мне нравится для Левневызова.
И 4 Альтемуллера, потому что, блин, ну вот реально немножко осталось. Я его качала-качала, мучила-мучила. Он уже почти 6-звездочный, надо наконец завершить это дело. И еще 3 гейта я сейчас отдаю Флоренции. Она у меня постепенно, медленно, но верно ползет к 5-звездам. Так себе ползет. Не особо движется, я бы сказала. Вот она, моя новая Рената. Тут, собственно, больше ничего не поменялось. Но достаточно того, что у меня сразу несколько героев взяли 6 звезд. Я считаю, это уже большое достижение. Так что мой главный фокус сейчас на Розенцель. Она себя оправдывает вообще максимально. Вчера выиграла мне партию, по сути, против дебафферов, которые непонятно, почему ее не забанили. Ну да ладно. Вот, собственно, это мои герои, которых я сейчас прокачиваю. Элвин у меня СП. Я готовлю на него гайд, но я поняла, что гайд надо делать не только на СП Элвина, но и, собственно, на самого Элвина обычного. Поэтому дело немножко застопорилось, но я должна, блин, сегодня-завтра наконец его завершить. Я очень надеюсь. Я буду стараться, по крайней мере. Магазин. Раз в месяц я таки опускаюсь до такой пошлости, как гэмблы на камеру. Поэтому сегодня у нас, кстати говоря, сегодня у нас понедельник и новый месяц, поэтому аксессуаров, которые я попытаюсь вытащить, будет не 3, как обычно в начале месяца, а 4. Давайте начнем с триалов. Хорошее начало. Ладно. Мне повезет. Оу. Я, кстати, не уверена, по-моему, у меня раньше его не было. По-моему, это первый мой Эльвин Ринг внезапно. Знаю, звучит очень смешно. Ну и за мемори шардики, которых у меня уже 15 тысяч. Я руны продолжаю не брать, потому что рун у меня 7. И еще вот здесь будет 8. А вот ССР аксессуары наши все. Хоть бы один брейсер, но, ребят, ну что это такое? Передаю привет Лео. Лео, это 5-й Гойл. Хочешь Гойл? А, господи. Единственное, что мне надо, это вот посох для Рэйчел и тенью шапка, наверное. Ничего из этого, конечно же, мне не выпало. Печаль. Ладно, уходим из этой грустной закладки. По поводу прокачки войск. Я продолжаю, что самое забавное, качать Холли ветку. Я прокачала себе Ледина и для него сделала войска специальные, уже 10 уровня. Они идеально к нему подходят. Единственное, что они немножко сейчас забаганы. Поэтому в следующем большом обновлении нам уже китайцы пообещали их пофиксить. А у меня по счастливой случайности прокачан деф, мдеф и хп у как раз Холли ветки. Поэтому я собираюсь всерьез начать пользоваться Ледином, скорее всего. Тем более, что СП Элвин как никогда актуален. Плюс можно прокачать все статы Холли юнитом еще выше. Но основная сейчас у меня повесточка — это все-таки копья. Я постепенно, долго и мучительно качаю им деф, мдеф, хп тоже. Я уже качнула трентов для Ландиуса. Но вот эти вот ноды на хпшку, на защиту, они вот все просто конь не валялся. Нужно фармить, фармить, бесконечно фармить. Другими ветками я сейчас вообще не занимаюсь. Я немножечко, совсем чуть-чуть прокачала механических рыцарей для Леона. Потом подзабила, потому что мне вот эти вот русики нужны для копий. Так что механические рыцари пока что подождут. Я все равно не играю в Rush. А по поводу Apex, у нас стартовал новый сезон. Я в нем взяла Gold 2. Пока что винрейт, ну, такой, нормальный. Не очень позорный. Что я поменяла у себя в коробке? Так как у нас сейчас в ходу Розенцель. И дебафы
прямо скажем, уже не так актуальны. Я выкинула из коробки Ренни. И я выкинула из коробки Рэйчел по той же самой причине. Она у меня была в основном только ради госпела. Так как госпел сейчас не настолько критично нужен, я ее выбросила и поменяла, соответственно, на СП Элвина и на Юлю. С Юлей у меня моя большая главная проблема в том, что мне не нравятся ее чарки. Они вот так себе по качеству, мягко говоря. А, вот это просто какое-то позорище. Что это такое? Короче, она у меня очень плохо зачарена. Ее надо переделывать. А, скипетр менять на Гойл. У меня пока все никак не могут прокнуть на нее нормальные чанты. Думаю, именно этим я сегодня и займусь. Буду исправлять ей чанты. Чанты и камни на СП Элвина я сделала, кстати. Получилось достаточно прилично. Ну так. Жить можно. Так что вот это два изменения в моей коробке. Розенцель, конечно же, заменила Софию. София мне больше не нравится. Скорее всего, так как у меня в этой коробке вообще не осталось Елисов, по сути, Вайлер не в счет, я буду менять Ландиуса на Ледина. Или я кого-то выну и добавлю Ледина, чтобы играть в три танка. Я пока еще не решила. Я все еще не уверена, прям что-то побаиваюсь я им пользоваться. Посмотрим, как пойдет. Тем временем, кстати, всякие Найтро с боксом из Ледина взяли Лангриссер. Пока я тут не доигрываю. Ленюсь. По поводу ПВЕ прогресса. Я наконец-таки домучила таймрифты. Потом я домучила все таймрифты, где у меня были незакрыты сундучки или какие-то ачивки. То есть здесь у меня наконец-то все-все полностью пройдено. Я пооткрывала все бонды новым персонажам, включая Ренату, по поводу у нас как раз 18 гофов. Именно этим я и занималась. Основные главы я все еще пока не проходила. Все никак руки не дойдут. И, наверное... А, по поводу шмота еще. Собственно, главная новость дня — это то, что мне выпал стингер. Рапира. У меня три аксессуара из нового баннера. Я ни один из них не знаю, кому отдать. Эту шапку я, скорее всего, сделаю для Ареса. Пока не уверена, но мне кажется, что ему хорошо подойдет. А в остальном... Мне выпал пятый плюшевый джаглер. Хотя мне уже трех, я уже даже не знаю, что с ними делать. Четвертый не знала, кому отдать. У меня безумное количество тюров. Вообще по шмоту у меня как-то все абсолютно прилично, если не считать того, что у меня один брейсер во веки веков аминь. И вот это абсолютно никуда не двигается с места. Сейчас потянуло 4 аксессуара, все 4 мусор. Четвертая корона. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восьмые ластрайты еще одни выпали. Куда мне их столько? Пятый Гойл. Второй Оверлорд. Да, кстати, мне кажется, Эльвин Ринг у меня первый. Что это иронично, но это правда. Вообще, по шмату мне, кстати, да, мне еще две клятвы выпали. Лулки. По шмату мне сейчас единственное, что нужно всерьез, это теньо шапки. Чем больше, тем лучше. И брейсеры. Наверное, и по оружию посох на Рэйчел и, соответственно, топор. Но что-то одно из этого я возьму из этой сумки. И, в принципе, все, наверное. Все остальное... Мне еще будут нужны две робы. Через две недели, когда этот баннер закончится, вот эти вот робы добавятся в общий пул. Я хочу одну для Ликариса и одну для Розенцель. Но больше тянуть я из этого баннера не буду. Свет, свет, свет. Все, я получила свою рапиру, и я вышла отсюда. Ура, я получила рапиру. И, собственно, это, наверное, все, что интересного произошло на моем аккаунте.
на самом деле не так все плохо. Апгрейды идут. Персонажи получают 6-звездочки. Я радуюсь. ВП-прогресс немножко притормозил. Кстати, в этом сезоне почему-то все очень быстро берут Лангриссер, все мои знакомые. Я, как всегда, подтормаживаю, но я догоню. Сейчас неотвратительный дебаф мета. Мне намного нравится больше этот сезон по сравнению с предыдущим. Так что я буду играть. И вам, кстати, того же желаю. Собственно, это все. Рассказывайте, что у вас поменялось за январь. С вами была Анирель. И желаю вам потянуть лучшие аксессуары в этом месяце, чем получилось у меня. Чё? У меня все как всегда. Всем пока-пока.